мне кажется, здесь слова излишни, но тем не менее, что сегодня не пошло, что сегодня было не так? Да я бы не сказал, что не пошло, не так результат. 3-1 мы проиграли, и были потом моменты, когда пропустили второй мяч. Ошибки, конечно, индивидуальные, мы это разберем. В целом, доволен игрой, доволен первым таймом очень сильно, потому что первый тайм мы переиграли полностью, были моменты ключевые, надо было эпизоды решать, там после 1-0 уже наигрыш прошел наш. Второй момент, третий пошел, второй забей, и они деморализовались. Но они вернулись, грубейшая ошибка в обороне, одна и вторая, и пропустили 2-1, старались до последнего жать, старались играть в футбол, присущий нам впереди. Ну, проиграли, как я и говорил, мы можем это сделать. Тем более Торпедо неплохая, опытная команда, в которой есть исполнители, которые решают вопрос. Ну вот решили, забили, проиграли. Хочется сказать одно, что чемпионат он долгий, длинный, поэтому очень много еще игр впереди. Я доволен своими ребятами, поблагодарил их, и мы двигаемся дальше. Можно ли сказать, что начало с учетом таких результатов немного скомканным получилось, или все-таки все по плану, все нормально и идем дальше? Ну, результат добивается команда тот, который заслуживает. Значит, мы на данный момент заслужили те 4 очка, которые у нас есть. А так все идет по плану. Моя задача как тренера, чтобы моя команда играла, развивалась. У нас сегодня очень молодых много футболистов вышло и очень хорошо вышло. Поэтому моя задача как тренера выполняется на 101%, даже не на 100, вот на данный момент. Потом, в дальнейшем, конечно, мы будем смотреть, хочется, конечно, результата, и нам очень сильно хочется результата, но он приходит не сразу, надо выиграться, надо найти связи еще, потому что была короткая пауза после чемпионата, и поэтому потихоньку мы играем ту игру, которая нам нужна. А будем играть игру, будем показывать яркий футбол, я думаю, результат придет. Спасибо огромное, удачи. Все? Да. Ну, в принципе, да. И как будем как-то...